дождусь, я уйду безвозвратно в суету городов, где привычно все мне. Но как финиш найти, мне пока не. Солнце и подсолнухи. Солнце с нами бежит. Вот так выглядит наше местечко. Вот наши ребята устанавливают кухню. Вот наша палаточка. Рекомендую. Волчик. Вот там наш стол. Короче, все очень... На нем едят. Все очень душевно. Настолько душевно, что душевнее не бывает. Вот тут чудеса. Это люди оттуда идут. Вон парень пошел. Облачка какие-то, может и дождик. Но у меня из Франции чехольчик. Это самый, как его, плащик. Хочется пожестче. Врача нашего руководителя. Сколько нам дней, когда будем подниматься? А, вот можно было покороче. Ладно, не будем лезть. Говорит, ну, 8-й день. Прикинули, 8 августа, 15 августа, через 8 дней. День рождения Дани. Так, шагаем. Как нас учили. Можем быстрее, но зачем? Это не нужно. И раз, два. Ребята, я в облаках парю. Смотрите, идем к водопаду Девичьи косы. О, я движусь натурально в облаках. И здесь тишина, как будто на небе находишься. Непонятно, где я. Может быть, это уже перевал. А дорога, кажется, начинает спускаться. Там я еще немножко обсыхаю. Был мокрый, практически насквозь. Сейчас иду, пока спущусь, буду сухим. Мне это очень нравится. Я, по-моему, вполне горный такой товарищ. Бег очень много дает. Сердце на уровне. Потребление кислорода могу часами в нехватке. Ну что, я 2 часа бегу, ну, побыстрее чуть-чуть, полмарафона. Ну и 2 бежал бы. И с первого же шага мне не хватает кислорода. Говорят, больше часа это трудно делать. Полчаса обычно. Ну бегу 2 часа и не хватает. А что делать? Бежать-то надо, когда бегу. Вот и натренировал себя. Животные здесь совершенно прелестные. Только бы не дала мне под зад, милая. Я тебе немножко помешал, да? Хорошая моя, давай. Умылся, покупался. В принципе, доволен. Одна из прелестей всего этого — это полудикое проживание. Да, есть вон там он, пониже. Поселки Терскол, гостиницы, все такое, можно и с комфортом. Да, это непросто, но весело. Бригада пошла. Пошли, я вам первый пошел. Не отстаем. Их там 3. Олени, если видно, лазят коричневые такие. Не, ну такие олешечки. Это кокозы, так, по такой скажем.
Оленей обычного вида. Большие, но почему оленей на скалах не должно быть? Нет. Это козы же. Сережа одет как капуста. Сейчас будем раздеваться. Зачем? Ну, чтобы полегче было. Там у нас оплата. И вперед. И гору, гору, гору. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И один с, один с девочками пошел. Ему интереснее с ними. Зачем им тут? Нет, у нас такого вида, когда вы идете еле-еле и толпой, не будет больше. Вот так вот одна группа идет прямиком по крутой, другая более полого. Это наш. Я сегодня решил не напрягаться, не лезть в кручу, а погулять так. Но лично я с ними ровно выхожу. Но я думаю, я больше сил сохранил. У меня равномерно. А у них выжимает свое тело. Я практически ногами не работаю. Так, только сердечная нагрузочка. По-тихому. К облакам поднялись. Я слазил голиком туда. А иначе как? Это же девичьи косы. А тут солнышко выглянуло. А, кайф. Вот так вот полезли. Скос с девичьих. Решили немножко по косам полазить. Фух. Залезли практически. Пошли дальше. Нет, этого не надо бояться. Я буду команду давать. Все готовы? Так, внимание, внимание, на старт, внимание, марш! Отлично. Она холоднючая. Молодец. Есть подвиг, есть подвиг. Зафиксировано. Да быстро побежал в туман. А если снег вот такой жесткий, тогда кошки резко тормозят, и ты вот так летишь. Ледовый крюк. Времен до войны, до Отечественной войны. Выставка у нас тут. Ключи, огонь. Ледов, пикет 105. Он же применялся пришел, как искальник. Вот, взял на прокат. Ушел. И в скалы можно вбивать трещины. И в лед вбивали. 105 пикет. 105 пикет, да. Вот это ценный вид. И весы даже есть. Тут и магазин был. Вот это зубная щетка. Как тут собираются грибы? Ходишь и смотришь по сторонам. Оп. Это что такое? Нормальный гриб? Боже, перейди на другую сторону. Так, сюда смотрите. Когда спешите, тогда просто вяжите узел без страховки. Вяжите просто узел. Когда спешно надо. Вот. Узел будет. Все. И вот так пошли. А если вы не спешите, тогда еще страховку делайте, чтобы не обвисало. 11 августа. Кто бы мог подумать? Вчера плюс 8 было и холодина ночью. Собираемся на трюс 11, а потом оттуда уже вперед. Мне уже же потеплело, солнышко светит. Тут батарея поднялась. Ночью были звезды. Отлично. О! Все равно пар какой-то есть. Thank you.
ребята, что перед восхождением нужно съесть мороженое. Обязательно. Или хотя бы лизнуть. Чтобы Эльбрус стал вашим. А вы его. Братом или сестрой. Сегодня 12 августа 2018 года. Мы забираемся повыше, будем там ночевать в палатках. И потом рванем куда надо. Вон дедушка Эльбрус. Алло. А вон там наши палатки. Тут иначе не назвать, как жопа. Да, я согласен. Смотри, какая красота. Мы сейчас поделимся. Давай, ты сюда, я сейчас поставлю. Ну, я сказал тебе. Отлично. Давай, давай. На камне, да что, финиш на камне. Есть финиш. Целый невредимый. Значит, он сказал с тебя, Магарич. Да врет, врет он. Новиков, Новиков. Врет он. Ну давай. Все, слава Богу, давай. Все, спасибо. Вот она, самая высокая точка. Ничего особенного. Просто хороший обзор отсюда. Шикарный. Я немножко мешаю. Вот так вот будет лучше. Ну, надо еще отсюда спуститься как-нибудь. Ничего такого сверхсложного по подъему. Правда, Серег? Нормально. Для спортсменов. Рабочий подъем. Потренировались немножечко. Да. Так что всех милости просим. Спускаемся. Где мои покупальцы? Они в Швейцарии. А, кто-то поднимается. Мы в городе одно. Все там же. Доме на последнем этаже, в различных точках, на ведущихся дном. Лучше если пить, то не дурак спится уже. И не заметь, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь.